Всем привет! Новый год – это время изменений, это время обновлений и самосовершенствования. Вот и мы решили, что одного танца буги-вуги нам слишком мало. Ведь свинг – это такая большая, огромная семья, в нем столько много разных направлений, что мы теперь будем ходить не только к преподавателям по буги-вуги, но и к преподавателям других направлений. Будем спрашивать у них, чем их танец отличается от буги-вуги, и даже учиться эти танцы танцевать. Ну что, хочешь становиться лучше вместе с нами? Я вижу, что очень хочешь. Тогда поехали! Здрасте. Вы прям сами нам дверь открываете? Бывает. Кто ты по образованию? Программист. Искусствовед. А по профессии? По профессии руководитель, руководитель проектов. Музейный сотрудник, не знаю, профессии это нет. Сколько ты танцуешь бальбоа? Ну, по паспорту лет 15, а реально 2 с небольшим года. С 2009 года. Меня научил танцевать. Больше всего, наверное, Федор Недотко, но большей частью все-таки, наверное, сам понемножку. Маша Крохина и Алексей Гудович. Бальбоа переводится как? Это какая-то испанская фамилия, которую там завоевал что-то там в Калифорнии, поэтому никак не переводится. Лучше всех в России танцует бальбоа? Не скажу. Валей Марин. Лучше всех в мире танцует бальбоа? Тоже нет кого. Ник Уильямс. Почему все партнерши танцуют на каблуках? Потому что так красиво. А если партнерша пришла без каблуков, вы ее пустите на занятия? Так и быть. Почему в бальбоа все обнимаются? Потому что это любовь. Холодно. Что делать, если партнер в танце прижался к тебе слишком близко? Закричать и убежать. Сказать об этом словами. Кроме бальбоа я танцую. А Линди Хоп. Кроме бальбоа я люблю. Линди Хоп. Кроме бальбоа я люблю поесть. Как выиграть соревнование по бальбоа, если ты танцуешь буги-вуги? Уверена. Как выиграть соревнование по буги-вуги, если ты танцуешь бальбоа? Как нефиг делать. Какое отношение Рокки имеет к бальбоа? Самый частый поисковый запрос со словом бальбоа. In, out, in, out, out, in, in, out, out, in, in. Ася, а тебе что больше нравится, in или out? Глубокий in. Без хорошего in не будет хорошего out. Да. Мудро, мудро сейчас было. А вам нравится больше in или out? Все вместе. А вам? In, in, in мне нравится, in, я их обожаю. Константин, как ваш in? Прекрасный in, но хочется сделать out. А вам как Костин in? По-моему, отличный. Аут-аут-ин, от Николая Хитрука. Только на занятиях у Сергея Булатова можно увидеть. Аут-аут-ин. Какая твоя любимая фигура в бальбоа? Уэйсик, конечно. А их там два. Тебе какая больше нравится? Step, step, up, pull, step, step, up, pull, step, step, up, pull, step, step, up, pull, step. А второй? Step, step, down, pull, step, step, down, pull, step, step, down. Ну так что, какой тебе больше нравится, up, hold или down? Up, hold, конечно. Он такой приятный, как будто с полпилька качаешься. А down, hold, как будто бы что делаешь? Down, hold, как будто бы гвозди забиваешь. А чем бальбоа отличается от буги-вуги? Многим. А не так уж и многим, если подумать. Хорошо, в чем они схожи? Короче, в бальбоа есть два разных поднаправления. Есть пюрбал, где там все закрытые позиции и делают чуть-чуть по минимуму. А есть более безбашенные, там даже трюки есть. Например, какие? О, это трюк?
не трюк. Прыгаешь сюда, закладываешься, начинаешь. Помогите, это точно борьба? Это что, ярославский подтип? Нужны типичные ошибки, которые выдают в школе танцоры буги-вуги. Давай. Как мимикрировать под борьбошника? Вот здесь длинновата рука. Короче, да? Да, 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 да. Убрать вот эту классику жанра, когда... Ну, а я делаю, да, все еще? Блин. Потому что это не отвлекает. И все как обычно. Аутыны, камераунды и кроссоверы – наша кровеносная система для танца. Решила танцевать бальбоа. В жизни каждого танцора есть переломные моменты, когда бугер становится линдихоппером, а линдихоппер становится бальбошником. Какой переходный момент в жизни бальбошника? Надеюсь, невозврат к корням, к буги-вуги. Ну, в общем, выше бальбоа нет ничего. Ну, выше только звезд. Предсмотрела себе партнера или своего привела? Зачем партнер? Только соушал, только хардкор. Естественно. Константин, каким ветром занесло вас в бальбоа? Давно хотел именно к Сереже и Коле. Почему именно к ним? Ну, потому что мне нравится, как они танцуют. Они очень давно не открывали курс, а тут решили открыть. Поэтому и занесло. Ну, кроме линди-хопа, что-нибудь танцевал? Ну, когда-то был буги-вуги, но это было очень давно. Буги-вуги! Ну-ка покажи бейсик. Это мое любимое. Супер важно. Что во фляжке у танцора бальбоа? Во фляжке у танцора бальбоа джаз. А правда, если... Дай понюхать. Да, понюхать, господи. Кажется, не спирт. На занятиях в среду. Спирт. Каким ветром занесло тебя в бальбоа? Ты же что-то другое танцуешь. Линди танцуешь, да. Так, так сложно. А бальбоа тебе проще? А бальбоа как будто со стороны на быстрых темпах. Кажется, что проще, но это неправда. Я бы не могла начать бальбоа 3 года назад. Я бы умерла. Почему? Это же так, ну, как бы много чужих людей, которые тебя... А теперь? А теперь я могу. То есть за 3... Они все свои теперь. За 3 года в линди-хопе уже привыкаешь, что тебя обнимают да, много да, людей. Да. Еще немного, и можно к блюзу переходить. То есть блюз – это вершина? Да, вершина обнимашек. То есть смысл свинга в том, чтобы обниматься? Нет, смысл свинга в том, чтобы не смущаться, когда обнимаешься. А этого прекрасного человека по имени Наташа я недавно видела на видео по буги-вуги. Ну, да, это была я. А расскажи, что теперь тогда ты здесь делаешь? Ты буги-вуги или бальбошник? Наверное, бальбошник. Чем от бальбоа вот, отличается от буги-вуги одна вещь? Такое завораживающее кружение просто, от которого в голове просто цветочки и облака. Ага. А в буги такого нет пока. Угу. Буги-вуги нет кружений, друзья. Увидите Наташу на вечеринке, закружите ее. Она любит кружиться, да, Наташа? Люблю. А Ярослав, я видела тебя на соревнованиях по линди-хопу. Да, есть такое. А что ты здесь тогда делаешь? Учусь бальбоа, это же не линди-хоп. А линди-хоп уже научился? Нет. А зачем тогда учишься бальбоа? Отчаялся научиться? Нет, не отчаялся, просто я по всем танцам сразу. Угу. А буги-вуги когда придешь? Когда научусь все. То есть это вершины? Да, я думаю, сложный танец. А как же соло-блюз? Соло-блюз вообще не рассматривал. Максимум блюз. Парни. Наташ, как долго ты танцуешь бальбоа? Бальбоа? Чуть больше месяца. То есть ты в этой группе начала учиться? Да. Какие фигуры ты уже научилась делать? Такой вопрос за сывку. Ну, камераунд, инауты, лолес, фрауты и в закрытой позиции бейсик, соответственно, апхоуд, даунхоуд. Вот. А до этого танцевала какие-нибудь свинговые танцы? Да, линди-хоп. Сколько лет линди-хоп танцевала? У меня, по-моему, 3-й год пошел. А почему решил на бальбоа пойти? Потому что это очень красивый танец. И потому что мне кажется, что это какие-то новые ощущения. А то есть линди-хоп менее красивый, чем бальбоа, верно?
Нет. О, черт, черт. Все прекрасно. Николай, почему бальбоа? Что тебе нравится в бальбоа? Ногами осеменить быстро. Покажи. Это же крючковский бейсик. Что происходит? Перестань. Прекрати. Вызывайте батюшку. Это не бальбоа, ты ничего не научился. Сколько, говоришь, ты занимаешься? Я только сегодня пришел. Чудес не бывает. Все это закрепляется, во-первых, сольной практикой, я про это писал, и много практики на вечеринках. Ну, как бы само собой тело не перестроится, не встроится. Вот натопчется, будем тогда крутыми бальбошниками. Сергей, если вы не знаете или не помните, кстати, посмотрите, на нашем канале есть об этом ролик. Сергей занял первое место в Invitational с Алиной Постолит, которая, между прочим, танцует буги-вуги. А бальбоа не танцует. Пока что. Недоработочка. Гениальная партнерша, стечение обстоятельств, судьба. Так-то, конечно, я уже... Весь песок из себя вытряхнул, пока все эти танцы там танцевал. Но... Но есть еще порох. Порох в ягодицах еще есть, да? Хорошо, а вы сами за кого голосовали? Мы голосовали за Оли Яковец с партнером, которого я не знаю. А там все в рифму. Оли Яковец и Сашка Чебанец. Да, точно, я за них голосовал, да. Да, почему? Потому что они были лучшие из 12 пар. Не считая себя, конечно. Но себя-то я и не видел. Окей, еще один вопрос. Я так понимаю, что вы не брат с сестрой, а вы муж с женой, верно? Да. Каково это вести занятия со своей, в общем, женой, со своим мужем? Вот. Ну, я вторым отвечу. Оля, ну все, спасибо, ты первая. Ой, мне все очень нравится. Мой ответ замечательный, так что... Прекрасный. Ну, это... Дипломатично, одно вас по одному спрашивают про это. Но вы не ругаетесь потом. Ты неправильно там сказала, как нужно делать аут-аут-ин. Надо было вот так. Нет, мы не ругаемся, но мы обсуждаем обязательно все. Вообще, я на самом деле, когда пришла к нам на занятие, учиться. Так что, да. Так вы вырастили себе партнершу. Жену. И жену. И женой партнершу. Интересный вопрос, потому что Оля пришла и в Линде, и в бальбоа. Да, разум. Выросла и в Линде, и в бальбоа. Вот, но в итоге мне пришлось за ней тянуться, потому что это еще кто кого себе вырастил. Понятно. Потому что замотивировала заниматься всерьез бальбоа меня, наверное, Оля. Женщина-вдохновитель. Хорошо, вот пришел к вам танцор буги-вуги. Вот он. Сейчас вас буквально мы не готовились, экспром. Значит, можете, пожалуйста, научить его за 5 минут хотя бы примерно понимать, что такое бальбоа. Вдвоем, конечно, уже пара. Так что вот, вперед, вот вам испытуемый. Поехали. Раз, два, три. Раз, два. А теперь можешь попробовать превращаться. Раз, два, три. My job is done here. Смотрите, реально танцует волшебство. Он с этим можно идти в дебют. Спасибо. И последнее. Я помню, что Сергей обещал нам исполнить бальбоа под буги-вуги музыку. And the butter beans, fresh milk and cones and the corn and greens. I got it, oh baby, I got it, and I can't do without it. Oh no. Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие еще танцы вы хотите увидеть. И, возможно, мы сделаем репортаж именно про этот танец. Не переключайтесь.